Анонс и точная дата выхода 5 и 6 серии нового российского сериала «Волк». 5 и 6 серии сериала выйдут на интернет-площадке Premiere One 14 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Волк и Боря пытаются понять, почему Володя Шахурин убил Нину Уманскую, а также что искал убийца у Лени Гольцмана. Они выясняют, что Леня интересовался неким Безруком, который отличался непомерной жестокостью и принимал участие в тайных убийствах по приказу Берии и Сталина. Экскурсовод Стагниенко рассказывает Волку и Боре, что его отца убили из-за коробки с кинопленкой, на которой была написана фамилия Безрук. Напомним, 5 и 6 серии сериала «Волк» выйдут на интернет-площадке Premiere One 14 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.